Нынешний президент Египта Мохаммед Мурси был провозглашен президентом 30 июня 2012 года, но он победил Ахмеда Шафика, его оппонента, всего на где-то 4-5% была разница. То есть практически половина египтян голосовали за Мурси, и половина избирателей голосовали за его оппонента Ахмеда Шафика. Ахмед Шафик представлял силы, которые видели развитие Египта по светскому пути. А Мохаммед Мурси, как известно, был лидером братьев-мусульман, затем он вышел из братьев-мусульман и баллотировался в качестве претендента на пост президента, был избран президентом Египта. И вот эта ситуация прежде всего сказывается, на мой взгляд, до сих пор. То есть раскол фактически египетского общества на тех, кто поддерживает путь Египта, который предлагают братья-мусульмане в лице Мурси, и на тех, кто хочет видеть Египет на светском пути. Хотя здесь есть различные нюансы. Братья-мусульмане – это умеренные исламисты, и у них есть своя программа, достаточно интересная, развитие Египта. Я напомню, что братья-мусульмане в лице Мурси, они связаны и с международной экономикой, прежде всего с США. Я напомню, что сам Мурси, он учился в Египте, в Америке, жил в Америке. У него два сына являются гражданами Соединенных Штатов. То есть связи такие достаточно плотные были. Такой известный деятель братьев-мусульман, как Шатер, это как бы такой вот черный кардинал братьев-мусульман, известный миллионер, известный экономист и промышленный деятель. И вот Мурси имел с ним, по разным данным, и имеет контакты в плане проведения экономической политики Египта. Но Мохаммед Мурси, когда он избрался, он провозгласил, что он будет президентом всех египтян. Но вот, видимо, этого не произошло. Этого не произошло, поскольку расстановка фигур в правительстве, на главных постах государственных, она говорит о том, что Мурси все-таки делает ставку на своих приверженцев из братьев-мусульман. Вот это вот тоже является таким как бы фактором, который дестабилизирует ситуацию в обществе. Далее, в Египте была предложена новая конституция, проект новой конституции. Были большие дискуссии в прессе, в египетском обществе, поскольку этот проект, он был предложен комиссией, которая в основном состояла из представителей братьев-мусульман, других исламистских сил, хотя были и другие общественные силы, но в основном были те, кто хотел видеть Египет на пути, исламском пути развития. И это было отражено в Конституции. И вот это вот вызвало такую реакцию негативную в обществе. Были демонстрации, притом их организовывали либерально-демократические левые силы с протестами, поскольку в некоторых пунктах Конституции указывалось, что шариат будет основой законодательства, были ущемлены в каком-то плане права женщин. То есть вот Конституция имела такой крен исламистский. И до сих пор, хотя был референдум, на референдуме была принята Конституция, но все равно до сих пор продолжаются вот эти вот дискуссии, и есть силы политические, которые выступают против вот нынешней Конституции, хотя она уже принята на референдуме. Далее, Мурси после принятия Конституции, он принял на себя фактически функции всех ветвей власти, и исполнительной, законодательной, и судебной, до парламентских выборов, которые должны пройти вот в начале 2013 года. И вот это тоже ситуация сказалась дестабилизирующим образом. То есть, естественно, политические силы, оппоненты Мурси, они не были довольны от такого положения, когда Мухаммед Мурси, как они говорили, стал новым фараоном, и фактически у него власть была больше, чем у Мубарака. Это вызвало, опять же, демонстрации, столкновения с силами правопорядка, были погибшие.
Мурси отозвал свою вот декларацию первую, но опубликовал другую, которая фактически подтверждала, ну, в некоторых модификациях подтверждала вот эту вот ситуацию. То есть Мурси фактически полновластный хозяин Египта. Это, естественно, провоцирует вот такое вот недовольство тех сил, которые были оппонентами Мурси. Что собой представляют эти силы? Это либерально-демократические силы, левые силы. Вот я здесь хочу подчеркнуть этот момент, что в Египте сейчас достаточно сильны левые партии. Вот Национальный фронт спасения во главе с Сабахи. Сабахи – это лидер одной из левых партий, который возглавляет вот сейчас фактически Национальный фронт спасения. И он выдвигает вот свою программу развития Египта. И в его блоке имеется достаточно много политических партий и движений, которые его поддерживают. Я напомню, что в Египте зарегистрировано более 50 политических партий сейчас. Во времена Мубарака их было около 20. И этот вот конгломерат различных партий, естественно, он действует тоже не, так скажем, не способствует тому, что Египет как-то выбирает свой путь, исходя из каких-то вот сильных политических партий, хотя они, в общем-то, есть. Но, да, и вот я остановлюсь, значит, вот этот Национальный фронт спасения, Сабахи, достаточно сильная политическая партия, блок партий. Есть блок либерально-демократический во главе с Амаром Мусой, тоже известная фигура, государственно-политического деятеля известный. Есть блок во главе с Айманом Нуром, это лидер партии ГАТ завтра. Он тоже собирает свой блок. Есть молодежные группировки, молодежные организации, которые активно участвовали в египетской революции 25 января, но они не получили вот плодов этой революции. И вот это тоже фактор, который сказывается на ситуации в Египте. То есть те силы, которые, в общем-то, свергли Мубарака, они, это молодежные организации, и притом многие представители этих организаций, это безработные, молодые безработные, притом дипломированные безработные. Египет в этом плане отличается вот тем, что молодежь, в основном там молодежь, имеющая дипломы, но она не может найти себе работу. До 50% безработных было в Египте, ну и сейчас наверняка эта цифра сохраняется вот в 2010 году. И вот эта вот сила молодежной организации, они, естественно, недовольны такой ситуацией, когда они фактически отстранены от власти, а вся власть принадлежит сторонникам Мурси и исламистским деятелям. Есть исламистские организации, которые, так скажем, более радикальные, чем братья-мусульмане. Это салафиты, партия Нур, еще ряд партий. Здесь вот я хотел отметить такой момент, как то, что группировки джихадистские, так скажем, вот аль-джихад аль-ислами, исламский джихад, египетская группировка, которая с 80-х годов вела фактически террористическую деятельность в Египте, она сейчас создала свою партию, она легализована, не группировка, она легализована в лице вот этой вот политической партии, которая принимает участие в политической жизни. И вот эта ситуация, когда бывшие радикальные исламисты сейчас получают возможность участвовать в политической жизни, это тоже накладывает свой отпечаток на политическую ситуацию в Египте. Мы знаем, что были нападения на Синайском полуострове, были нападения на египетских военнослужащих, были осуществлены ряд террористических актов. То есть вот та террористическая деятельность в Египте, она была подавлена во времена Мубарака, но сейчас она, в общем-то, если не возобновляется, то, по крайней мере, отдельные проявления этого терроризма осуществляются в Египте.
И вот по поводу, теперь по поводу расстановки вот этих политических сил. Среди оппозиции, вот я назвал оппозицию, есть либерально-демократическая, левая и исламистская оппозиция даже, поскольку вот те силы партии НУР, ряд других исламистских партий, которые вроде бы должны были поддерживать братьев-мусульман, но они, с одной стороны, часть из них поддерживает, а часть выступает даже со своей программой и против братьев-мусульман. Причем радикальные исламисты нелегальные получают, по крайней мере, такую идеологическую поддержку от радикальных группировок, даже таких как Аль-Каида. То есть Аймана Завахири, лидер Аль-Каиды, он послал такое, так скажем, послание египетским исламистам с пожеланием продолжать революцию. То есть это уже продолжать революцию, ну, исламскую революцию имеется в виду. Вот такова ситуация в Египте на сегодняшний момент.